Намасте, добрый день, мои прекрасные. Слышно ли меня? Сейчас у всех ли есть звук? Если вам хорошо меня слышно и видно, поставьте два плюсика. Очень хорошо. Только я почему-то не слышу нашего удивительного переводчика. Благослава, слышите ли вы меня? Дорогие, я очень рада вас приветствовать, но я не вижу здесь в нашей комнате, пока еще не зашел переводчик наш. А без этого мы с вами не сможем понять друг друга. Сейчас я предлагаю, давайте досмотрим наши ролики с наших уникальных семинаров. Наполняйтесь этой энергией и силой. Намасте. Намасте, добрый вечер. Намасте, добрый вечер, мы вас очень ждали. Намасте, добрый вечер, я здесь. Очень хорошо. Дорогие, всем ли нас двоих слышно? Queridas, ¿todos nos estáis escuchando bien? Очень хорошо. Тогда мы с вами сможем начать наше удивительное шаманское путешествие. Entonces, podemos empezar con todas vosotras nuestro viaje chamánico. Maravilloso. Дорогие, несмотря на то, что сейчас коронавирус разделяет наши страны, разделяет нас всех, границы становятся очень жесткими, мы всем сердцем вместе с вами. Queridas, a pesar de que por el coronavirus nos están separando las fronteras, están separándonos por ciudades, igualmente nosotras seguimos con todas vosotras. Мы с большой любовью, с большим таким теплым воспоминанием вспоминаем Испанию.
con nosotras, con mucho amor y mucho cariño, siempre recordamos a España. Для нас это очень большое счастье, когда мы приезжаем к вам. Para nosotras es una suerte increíble cuando venimos a vosotras. И передаем духом Испании наш шаманский пламенный привет. И damos nuestro saludo, nuestros recuerdos muy, muy cálidos y con mucho amor a toda España. И, конечно же, сегодня у нас очень такая тема, которая, я считаю, что затрагивает каждого человека, живущего на Земле. Hoy tenemos un tema que yo creo que sí o sí toca a cada una de las personas que viven en el planeta Tierra. Потому что для каждого из нас важна наша семья. Porque para cada uno de nosotros es muy importante nuestra familia. Потому что семья – это то, чем мы дорожим. Porque nuestra familia es aquello que valoramos y apreciamos muchísimo. Но шаманы расширяют это видение. Семья не только, но и род. Это предки, это прошлое и будущее семьи. Pero los chamanes amplían nuestra familia. La familia para los chamanes son los ancestros, todos los antepasados. Todo esto es una gran familia. И, конечно же, каждый из нас хочется, чтобы наш род был сильным, успешным, здоровым, процветающим. Y claro que para cada uno de nosotros queremos que nuestro linaje sea fuerte, poderoso y siempre próspero. И многие люди даже не задумываются, как род сейчас влияет на меня. Pero claro, muchas personas ahora mismo ni siquiera piensan cómo puede linaje influir en mi vida. Современный мир разделил нас на большие расстояния, мы можем жить друг от друга очень далеко. El mundo contemporáneo nos separó muchísimo unos al otros. Podemos vivir muy alejados unos al otros, muy separados. Разные политические ситуации сделали так, что мы не помним своих предков. Diferentes situaciones políticas hicieron que nosotros ni siquiera acordamos de nuestros antepasados. Но если мы не помним их, это не означает, что они не помнят о нас. Pero igualmente, si nosotros no recordamos de nuestros antepasados, no quiere decir que ellos no se acuerdan de nosotros. Они оказывают на нас очень глубокое и сильное воздействие. Ellos influyen a nosotros muy poderosamente, tienen una influencia muy poderosa sobre nosotros. Все их поступки, все их мысли, все их радости, все их горести находятся внутри нас. Todos sus momentos de felicidad, todos sus momentos de tristeza, todos estos momentos de altos y bajos, todo está en nosotros ahora. И сейчас мы с вами будем разбирать древнюю шаманскую мандалу. Ahora con todas vosotras vamos a estudiar una mandala ancestral, chamánica. И вы увидите, как глазами шаманов посмотрите на родовое древо. И vais a ver en ojos de chamán, de un chamán, veréis el árbol del linaje. Итак, дорогие, сейчас я покажу вам мистическое изображение шаманского родового древа. Os voy a enseñar una imagen mística del árbol del linaje chamánico. Посмотрите на экран, всем ли вам видно хорошо? Por favor, todos miren a la pantalla, si todo lo veis bien. Очень хорошо, посмотрите, это родовое древо. Por favor, miren, esto es el árbol del linaje. И если вы когда-то смотрели в интернет, то в интернете очень много понятия родовое древо, очень много пишется про него, но сегодня я вам открою шаманские секреты. Если вы будете в интернете, что significa el árbol del linaje, se dicen muchas cosas de él. Hay muchas imágenes, representaciones, pero hoy os voy a compartir unos secretos chamánicos del árbol del linaje. Итак, давайте начнем разбирать эту шаманскую древнюю мандалу. Entonces, vamos a estudiar esta mandala ancestral chamánica. Посмотрите, это
озеро, из которого черпается родовая сила. Por favor, miren, esta agua es de donde se coge todo el agua del linaje. Это дух-хранитель вашего рода. Este es el espíritu protector de vuestro linaje. И если мы не поддерживаем родовые традиции, если мы не укрепляем свой род, то дух становится очень больным, очень слабым. Y si nosotros no apoyamos, no recordamos y no celebramos las tradiciones familiares, las tradiciones de ancestros, tradiciones de nuestro linaje, el espíritu vuelve a ser muy frágil, muy débil. У каждого дерева есть очень сильная или не очень корневая система. Cada árbol tiene su sistema de raíces, fuerte o no muy fuerte. И корни нашего рода – это наши предки, которые когда-то жили на земле. Todos los raíces de este árbol son todos nuestros antepasados que en algún tiempo vivían en esta tierra. Это то, что скрыто от нашего взгляда, находится под землей. Es todo aquello que está oculto de nuestra visión está debajo de la tierra. И наше дерево питается теми соками, которые идут через корни. Y nuestro árbol se alimenta a través de todos estos como jugos que suben a través de nuestras raíces. Y представьте, что если мы черпаем соки из прошлого, а там негативная энергия, обиды, раздражение, боль, то что мы получаем? Entonces, imaginaros que si nosotros siempre cogemos esta fuerza de todo este jugo que tenemos, y, pero ahí hay dolor, hay tristeza, hay lágrimas, entonces, ¿qué es lo que obtendremos? Que si ahí cogemos nuestra fuerza, nuestra energía. То мы всю эту негативную энергию и получаем в своей жизни. Entonces, toda esta energía negativa es la cual obtendremos en nuestra vida. И потом удивляемся, почему... Такие сложные ситуации возникают в роду. Хронические заболевания, которые передаются с поколения в поколение. И entonces luego aprendemos por qué aparecen de repente unas enfermedades que pasan a través de linajes o enfermedades crónicas. Повторяющиеся события из поколения в поколение. Например, женщин оставляют с детьми, мужья и уходят от них. Situaciones repetitivas que se repitan de madre a hijas cuando, por ejemplo, a la mujer siempre el hombre deja sola con los niños y se va. Или наоборот, в каждом роду происходит разорение, финансовые проблемы. O al revés, en algunos linajes siempre hay como pobreza, la pérdida del dinero. И все это кроется в корнях нашего рода. Todo está oculto en las raíces de nuestro árbol de linaje. Все это кроется в прошлом наших предков. Todo está oculto en el pasado de nuestros ancestros. А вот сейчас посмотрите, что такое корни нашего рода. Y ahora, por favor, miren qué significan las raíces de nuestro linaje. С правой стороны идет род отца. A la derecha está el linaje del padre. С левой стороны идет род матери. A la izquierda está el linaje de la madre. И цифра один – это вы. Y el número uno – eres tú. Цифра два – второе поколение – это ваши родители, справа и слева. El número dos – son nuestros padres. A la derecha y la izquierda. И дальше – идет семь поколений вашего рода. И luego viene siete etapas de nuestro linaje. И как минимум семь поколений вашего рода оказывают на вас очень сильное энергетическое влияние. И todos estos siete nuestros linajes influyen en nosotros muy fuerte. Люди, которые занимаются духовным целительством, знают, что негативная энергия как минимум семь поколений находится в роду. Aquellas personas que se dedican a la curación energética, a la curación del linaje, saben que la energía está persiste y existe durante siete etapas en el linaje.
Это 128 человек, которые принимали активное участие в том, чтобы вы появились на свет. Son 128 personas que participaban activamente para que nosotros nazcamos a este mundo, en este mundo. И все эти 128 человек думали, любили, ненавидели, злились, радовались. Y todos estos 128 personas estaban felices, alegres, pero al mismo tiempo tristes, odiaban, se alegraban. Y все их мысли отражаются на вас. Y todos sus pensamientos se reflejan en cada uno de nosotros. Вот иногда нам кажется, что предки не влияют никак на нас, что я совсем другая личность и предки в стране. Muchas veces nos puede aparentar que, bueno, yo soy una persona completamente diferente y todos los antepasados y ancestros no me influyen en mí. No, это вовсе не так. Pero claro, no es así. Меня очень часто спрашивают, как поступить в той ситуации, если я не знаю своего биологического отца либо биологическую маму. A mí siempre, muchas veces me hacen una pregunta, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer si no conozco mi padre o mi madre biológica? На наше родовое древо оказывают влияние именно биологические родители. Porque claro, en nuestro árbol biológico de linaje hacen influencia exactamente los padres biológicos. И совсем не важно, знаете ли вы их или не знаете, информация о них находится внутри вас. Y realmente no es tan importante si conoces a tus padres o no conoces a tus padres, porque la información sobre ellos ya está en ti. Конечно же, в шаманизме, в древнейшей традиции есть особая практика, когда можно выйти из-под влияния своего рода, если он совсем умирающий. Claro, en el chamanismo existen unas prácticas que te permiten salir de esta influencia del linaje en el caso de que si el linaje era muy débil. Y как провести специальный ритуал вхождения в более сильный род. Y hacer un ritual de entrada a un linaje más fuerte, más potente. Если вы чувствуете, что вам нужен такой ритуал, обязательно, пожалуйста, напишите мне на мой WhatsApp. Y si sientes que necesitas un ritual así, por favor, escríbeme a mi WhatsApp. Или на почту, чтобы мы с вами могли настроиться, спросить у духов, как правильно поступить в вашей ситуации. O me escribe por el correo para que nosotros podemos conectar y a través de preguntar a los espíritus de cómo podemos ayudarte en este caso. Конкретно, caso concreto. Но уже за 20 лет моей шаманской работы я хочу сказать, что я еще ни разу не видела ни одного человека, которому не нужен ритуал очищения кармы рода. Claro, yo en mi durante mis más de 20 años de práctica del chamanismo no he visto ninguna persona que no necesitaría una limpieza, una purificación del linaje. Поэтому я считаю, что ритуал очищения кармы рода – это то, с чего нужно начинать для того, чтобы начать энергетическую работу с родом. Por eso yo creo que el ritual para limpieza y purificación del linaje es como el primer ritual a partir del cual hay que empezar para poder trabajar sobre el linaje en total. Скажу вам, что существует 12 ступеней очищения кармы рода. Existen como 12 etapas de purificación del linaje. И каждая из этапов затрагивает определенную сферу вашей жизни. Y cada una de estas etapas toca diferentes ramos de la vida, de tu vida. Например, для того, чтобы решить финансовые какие-то вопросы, это седьмой уровень очищения кармы рода. Por ejemplo, si para poder quitar algunos bloqueos financieros, es la etapa número 7 dentro de este periodo de purificación del linaje. Для того, чтобы женщине обрести свою женскую силу, очистить матку родовую, то это 9-я ступень. O por ejemplo, para poder limpiar el útero y para que la mujer obtenga fuerza y poder, esta es la fase 9, es la etapa 9 de esta purificación. И каждая женщина может выбрать самую первую ступень, с которой она
хочет начать очищение. И каждая мужчина, evidentemente, может выбрать, а partir de qué etapa puede empezar a hacer purificación del linaje. А я говорю женщина, потому что именно женское предназначение очищать карму своего рода. И я digo una mujer porque la mujer es exactamente responsable de purificación de su linaje. И у женщины есть энергетическое, космическое право очищать не только карму своего рода, но и карму рода своего мужчины. И la mujer tiene como este permiso cósmico de limpiar no solamente su propio linaje, sino también el linaje de su pareja, de su hombre. Y вот именно в этом есть высокое предназначение женщины, ее целительная сила. Y justamente en esto está la predestinación más alta, más sanadora de cada una de las mujeres. И, дорогие, знаете, я хочу сказать, что несмотря ни на что, мы, шаманы, знаем, что скоро границы откроются. И nosotros, chamanos, a pesar de todo lo que está pasando, sabemos que ya muy pronto se van a abrirse todas las fronteras. Мы делаем все возможное, мы совершаем ритуалы, мы обращаемся к духам. Nosotros hacemos todo lo que podamos, con toda nuestra fuerza, siempre hablamos con todos los espíritus. Мы обращаемся к вам за помощью, для того, чтобы мы вместе с вами творили медитацию поля любви. Nos dirigimos también a todas vosotras para poder hacer todas juntas la meditación del campo de amor. И мы знаем, что у вас в городах, в ваших городах, знаешь, точно в Мадриде, в Барселоне, Кастиньоне есть занятия международного движения поля любви. Y nosotros sabemos con certeza que en vuestras ciudades, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en Castellón, tenéis los representantes, tenéis a las que hacen este campo de amor. Да, есть те лидеры, которые, которые почувствовали в своем сердце огромную ответственность за людей и желание помогать миру. Sí, hay estos líderes que sintieron en su corazón aquella llamada tan fuerte para poder ayudar a todas las personas en el mundo. Y поэтому, если вы чувствуете действительно тоже такое желание, пожалуйста, напишите об этом мне. Y por favor, si tú también sientes este deseo de ayudar a los demás, por favor, escríbeme. И мы научим вас, как же помочь этому миру, как сделать его лучше. Te enseñaremos cómo ayudar a este mundo, cómo hacerlo mejor y mejorar. И мы знаем, шаманы, что границы скоро откроются, и мы сможем победить этого злого духа, этот вирус. И nosotros, chamanes, sabemos que ya pronto se van a abrirse las fronteras y sabemos que podemos ganar a este espíritu oscuro. И когда это произойдет, то мы сразу поедем в шаманский тур. Y en cuando esto pase, evidentemente, de repente iremos a un tour chamánico. С 1 по 5 июля 2020 года. De 1 al 5 del julio de este 2020. Мы поедем на особые священные озера. Iremos a un viaje a unos lagos sagrados. Духи нам указывают всегда самые сильные, самые лучшие места. Los espíritus siempre nos enseñan los lugares más poderosos, más fuertes. И сейчас мы здесь в нашем чате выложим ссылку для регистрации, чтобы вы тоже смогли зарегистрироваться и уже протоптать дорожку на это святое место. И nosotros ahora en este chat os vamos a compartir el link para que vosotros podéis ya apuntarse y estar como haciendo el camino hacia este lugar sagrado. Именно там мы будем пробуждать силу рода, пробуждать свои целительные способности, молиться за мир. И justamente ahí, en este lugar sagrado, vamos a orar, vamos a pedir por este mundo y por la paz en el mundo. Поэтому я приглашаю вас вместе с нами сотворить эту великую, великую молитву за весь мир. Y por eso os invito de hacer todos juntos esta
oración por la paz en el mundo. Отлично, дорогие. И тогда сейчас мы вновь вернемся к нашему родовому древу. Entonces, vamos ahora a regresar otra vez a nuestro árbol de linaje. И сейчас почувствуйте ваши ноги. Это ваши корни родового древа. Y ahora siente tus raíces. Estos raíces son como tus pies, tus raíces. Сейчас мы немножко с вами засиделись, поэтому давайте размассируем наши корни, нашу связь с предками. Ahora hemos estado sentados mucho tiempo, pero ahora vamos a masajear nuestras raíces, nuestra unión con nuestros antepasados. Можно постучать ножками о пол, можно ладошками постучать о ноги, помассировать их, пробудить силу и связь с вашими предками. Podemos dar unos pequeños golpecitos a nuestros pies, a nuestras piernas, para poder así despertar la fuerza que hay dentro de nosotros, nuestra unión con los antepasados. Поэтому, когда у вас начинают болеть ноги, сразу понимаете, о, это стучатся ко мне мои предки. Y por eso, en el momento cuando os duelen las piernas, de repente tendréis que entender que, ah, vale, mis antepasados, mis ancestros me quieren transmitir algo. Пробудилась моя родовая карма. Что-то мои предки хотят мне передать. Нуждаются в помощи в моей. Se ha despertado mi karma de linaje. Mis ancestros necesitan algo de mí, necesitan mi ayuda. И это означает, что нужно срочно делать очищение кармы рода. Eso significa que muy urgentemente hay que hacer purificación de karma de linaje. Итак, дальше мы идем с вами в наше настоящее. Это ствол нашего родового древа. Luego vamos a nuestro presente. Es el tronco de nuestro árbol de linaje. И это наша с вами жизнь. Es nuestra vida. И она складывается из той энергии, которую мы получили от предков. И esta vida se compone de esta energía que obtuvimos de nuestros antepasados. И сейчас подвигайте немного своим позвоночником, потому что в теле олицетворение ствола дерева – это позвоночник. Ahora vamos a movernos un poco nuestra columna vertebral, porque dentro del árbol del linaje, el tronco del árbol es justamente la columna vertebral. Почувствуйте свой позвоночник, возможно, где-то у вас есть болевые ощущения, и это тоже диагностика вашего родового древа. Puede ser que ahora vais a sentir que dentro de la columna vertebral tenéis alguna molestia o algún dolor. Esto también es como un pequeño diagnóstico de vuestro árbol de linaje. И мы очень часто можем с вами удивляться, почему у меня болит спина, почему у меня болят лопатки, почему у меня плечи болят, руки. Y muchas veces puede ser que nos sorprendemos. Ay, ¿por qué me duele la espalda, la columna vertebral? ¿Por qué me duelen los hombros? ¿Por qué me duelen los brazos, las manos? Y через наше тело разговаривают наши предки. Y a través de nuestro cuerpo nos hablan nuestros antepasados. Правая сторона нашего тела – это род отца. La parte derecha de nuestro cuerpo es el linaje de nuestro padre. Левая сторона – это род матери. Y la parte izquierda es el linaje de nuestra madre. Представьте, что когда-то два эти рода объединились вместе и дали вам новую жизнь. Vamos a imaginar que día pasó que dos estos linajes se juntaron y nos dieron la vida a nosotros. И вместе с этим мы получили таланты рода. Evidentemente con esto obtuvimos los talentos de nuestros linajes. И вместе с этим мы получили и недостатки рода. Pero evidentemente también obtuvimos las partes no muy buenas de nuestros linajes. И все, что мы получили, это наше наследство. Todo lo que obtuvimos es como nuestra herencia. И сейчас ученые доказали о том, что 80% болезней и проблем человека – это наследственная генетическая связь с родом. Y ahora los científicos se han comprobado de que el 80% de todas las enfermedades están relacionadas con herencia, o sea, son hereditarias, están relacionadas con el linaje. Y вот сейчас посмотрите на вот это изображение.
Vamos a ver ahora esta imagen. А что нам напоминает? ¿Qué es lo que usted recuerda? Абсолютно верно. Оно напоминает нити ДНК. Claro, esto exactamente lo que nos aparecen son como hilos de ADN. Когда два рода соединяются вместе и объединяются, и получается новая жизнь. Cuando dos linajes se unen, se juntan y aparece una nueva vida. И обратите внимание, что соединяет эти два рода между собой. И vamos a fijarnos bien, ¿qué es lo que une los dos linajes? Шаманы всегда знали, чтобы получить благословение для всего рода, нужно обращаться к силе, которая выше тебя. Los chamanes siempre saben, para poder pedir una fuerza, protección superior, tenemos que dirigirnos a una fuerza que está encima de nosotros, superior a nosotros. И вот эти, эта связь, это Бог, это шаманские духи, это ангелы, это та высокая сила, которая соединила между собой эти два рода. И эта unión, esa fuerza, Dios, son arcángeles, son ángeles, son toda la fuerza divina, la fuerza superior que juntó estos dos linajes. И если в роду нет благословения высшей силы, высших духов, высших богов, то род начинает вымирать. Y si el linaje no tiene la bendición de estas fuerzas superiores, de esos espíritus superiores, el linaje empieza a desaparecer. И, конечно же, здесь хранитель рода очень сильно, и предки начинают сильно молиться, чтобы появилась душа, которая может отмаливать род. Claro, грехи предков. En este momento, el guardián del linaje y todos los antepasados empiezan a repetir todas las cosas divinas para que aparezca dentro de su linaje una persona aquella que puede orar y pedir por todo el linaje. Y тогда в роду появляется такая высокая душа, как ваша. Y entonces en el linaje aparece un alma superior como de todas vosotras. Потому что я считаю, что те из вас, кто сейчас именно пришел на эту тему, кто слушает меня, это очень высокая и мудрая душа, пришедшая для спасения своего рода. Porque yo creo, yo sé que todas vosotros que ahora mismo estáis escuchando este webinar, que venisteis, os trajisteis por este tema, quiere decir que vuestra alma es muy elevada, es muy sabia, que sí que tiene capacidad de limpiar y purificar el linaje. Только вы, дорогие, можете спасти свой род. Только solamente vosotras podéis salvar vuestro linaje. Даже если вы думаете, что я не знаю, как это сделать, incluso si vosotros pensáis, ay, no sé cómo hacerlo, то мы обязательно вас научим. No te preocupes, nosotros os enseñaremos cómo hacerlo. Ведь шаманы уделяют самое большое внимание силе рода. Porque los chamanes siempre prestan mucha atención a la fuerza del linaje. Вы спрашиваете, как получить благословение высших сил? Siempre vosotros preguntáis, ¿cómo obtener esta bendición de las fuerzas superiores? Поверьте, здесь есть много способов у шамана. Créeme que hay muchísimos caminos, muchas opciones de hacerlo. И самым приятным для меня и la opción más buena para mí это являются шаманские амулеты. Son los amuletos chamánicos. Сейчас я вам покажу. Os voy a enseñar ahora. Посмотрите на экране, должна появиться удивительной красоты магическая кукла. Miren la pantalla, por favor. Tiene que apareceros una muñeca mágica súper guapa. Я очень люблю сама своими руками делать этих магических кукол. A mí me encanta a mí misma hacerlo con mis manos, estas muñecas mágicas. Потому что, как меня научила моя бабушка-шаманка, здесь вложены особые заговоры на удачу. Porque tal como me enseñó mi abuela chamana, aquí adentro contiene unas oraciones especiales para la suerte.
И когда у женщины находится такая бережная кукла, она очень маленькая. Y entonces cuando una mujer tiene esta muñeca protectora, que de por sí es muy pequeñita, то женщина находится под энергетической защитой. Entonces la mujer está como cubierta con la protección energética. И особенно такой же защите нуждаются дети. Y sobre todo, a esta protección hace falta para los niños. Los niños la necesitan mucho, esta protección. Когда детки подходят к шаманам, первым делом они хватают именно этих куколок. Cuando los niños se acercan a los chamanes, lo primero que cogen y agarran son estas muñecas. И говорят, все, это моя куколка. И dicen, ya está, es mi muñeca. Потому что в ней очень-очень светлая, очень чистая энергия. Porque dentro de ella hay una energía muy purificada, muy limpia, muy luminosa. Y еще один родовой амулет. Y otro amuleto de linaje. Это вот такой амулет родового древа. Es este amuleto del árbol de la vida. Del árbol de linaje. Каждый амулет плетется шаманом с определенными заговорами. Cada uno de esos amuletos está hecho por un chamán con unas oraciones especiales. И уже во время плетения род начинает получать особые магические послания. Y a la hora de hacerlo, de coserlo, de hacerlo, el linaje ya recibe un mensaje especial mágico. И когда женщина, являющаяся хранительницей своего рода, одевает амулет, y cuando una mujer, la que es la protectora, la guardiana de su linaje, pone este objeto de poder, este amuleto, то ее род начинает получать энергию и защиту. Entonces su linaje empieza a recibir fuerza y protección. И когда женщина понимает, что нужно помочь кому-то своим близким, своим родным, даже если они очень далеко находятся. Y entonces cuando una mujer entiende que hay que ayudar de algún modo a sus familiares, incluso si están muy lejos, то женщина может взять этот амулет и положить на фотографию своего близкого человека. Entonces la mujer puede coger este amuleto y ponerlo encima de la foto de la persona. И через эту фотографию энергия будет устремляться этому человеку. Y a través de esta foto la energía va a ser dirigida a esta persona. Потому что фотография — это связь с астральным телом человека. Porque la foto es la unión, la conexión con el cuerpo astral de una persona. Поэтому вот такие шаманские амулеты, они помогают людям избавляться от злых духов, которые находятся в прошлом рода. Por eso estos espíritus poderosos chamánicos ayudan a limpiar el linaje de los espíritus malos que están dentro del linaje. Вот сейчас посмотрите на экран, это еще одна шаманская мандала. Ahora, por favor, miren en las pantallas, es otra мандала chamánica. И здесь вы видите, как борются духи между собой. Aquí podéis observar cómo los espíritus batallan entre sí. Например, в корнях рода, в прошлом предков, находится дух рака. Por ejemplo, en las raíces de un linaje, en el pasado, había un espíritu de cáncer. Y тогда дух амулета, в котором живет дух медведя, начинает бороться с этим злым духом. Entonces, el espíritu fuerte, el espíritu del oso, empieza a luchar contra este espíritu malo. Или наоборот, в амулете находится дух быка. O a cambio, el amuleto contiene el espíritu del toro. А в роду человека дух лени, такой захватывающий со всех сторон. Y dentro del linaje de la persona está el espíritu de pereza, muy fuerte, que está por todos lados. И тогда активный дух быка начинает сражаться с ним. Entonces el espíritu activo del toro empieza a combatirlo.
И вам уже ничего не нужно делать. За вас все делает дух амулета. Y entonces vosotras ya no tenéis que hacer nada porque por vosotras ya actúa el espíritu del amuleto. И наоборот, в вашем роду предки такие были гневливые, сердились, дух раздражения живет. O al revés, a cambio, dentro de vuestro linaje había como un espíritu de agresividad, el espíritu malo siempre del mal estado de humor, de que siempre va mal, todo mal. Y тогда из амулета выходит дух волка. Entonces del amuleto sale el espíritu del lobo. Y уже он помогает вам. Y entonces ya él empieza a ayudar a vosotras. И вы уже чувствуете, что влияние предков, влияние этих негативных духов ослабевает. Y entonces ya empiezas a sentir cómo la influencia de esos espíritus negativos, esos espíritus oscuros, ya deja de influir tanto en ti, ya empiezan a ayudar. И для шамана амулеты — это очень большое сокровище, это его друзья. И para un chamán, un amuleto es como un tesoro. Cada uno es como su amigo. И так, дорогие, и сейчас давайте перейдем к тому, что у нас с вами есть плечи. И у ahora, нас с вами entonces, есть... querida, vamos a pasar que nosotros tenemos hombros, руки, голова, manos y la cabeza. И давайте немного подвигаем плечами, руками, головой, почувствуем свое родовое древо внутри себя. Y vamos a movernos un poco la cabeza, los brazos, para sentir nuestro árbol de linaje dentro de nosotras. Потому что именно здесь находится будущее нашего рода. Porque justamente aquí está el futuro de nuestro linaje. Здесь находится наше будущее поколение. Aquí están nuestras futuras generaciones. И... В зависимости от того, если у нас возникают сложности с шеей, с плечами, с руками, это означает, что энергия не идет в будущее нашего рода. И entonces, si tenemos algunas problemas o dificultades con el cuello, con la cabeza, significa que la energía no fluye al nuestro futuro de nuestras generaciones. Очень важно делать так, чтобы корни рода брали энергию из озера, силы, направляли в настоящее, и затем приходило все это в будущее. Es muy, muy, muy importante que los raíces del árbol cogen el agua de este lago sagrado, cogen esta energía y la elevan por el presente hacia llegar al futuro. И сейчас, дорогие, пожалуйста, в чате напишите, если у вас возникают болевые ощущения в теле, то где вы их чаще всего чувствуете? В прошлом. Ahora, y ahora, por favor, queridas, escribidme en el chat en qué parte del cuerpo os aparecen dolores. Если прошлое, ноги, поставьте цифру 1. Si los dolores aparecen mayoritariamente en las piernas, por favor, escribirme 1. Es dolores del pasado, piernas. Если туловище, позвоночник, то поставьте цифру 2, это настоящее. Si el cuerpo, la columna vertebral, por favor, escribir el número 2, porque es como presente, nuestro presente. И если руки, плечи, голова, то поставьте цифру 3, это будущее рода. Y por favor, si os duelen manos, brazos, hombros, la cabeza, escribir el número 3, significa el futuro de nuestro linaje. И уже в зависимости от этого вы уже можете сделать диагностику. Вы понимаете, с чем, с какой энергией вам нужно работать. И ya a partir de ahora, entonces, podemos entender con qué parte, con qué energía tenemos que trabajar. Когда мы уже можем продиагностировать себя, мы понимаем, какой шаманский ритуал мы можем провести для того, чтобы помочь своему роду. Cuando nosotros podemos hacer esta microdiagnóstica pequeña, entonces ya podemos entender en qué parte de nuestro linaje podemos ayudar. Y, дорогие, сейчас я попрошу вас, если у вас есть ручка под рукой,
Por favor, querida, si tenéis un bolígrafo al lado. Листочек нарисуйте дерево. Por favor, dibujen un árbol. Если у вас нет ручки, не оказалось ее рядышком, то представьте дерево. Если no tenéis bolígrafo al lado, se надо imaginar un árbol, por favor. И сейчас посмотрите, есть ли у вашего дерева длинные, мощные корни. Y ahora, por favor, fijaros si vuestro árbol tiene unos raíces y largos. Если у вашего дерева ровный, крепкий ствол. Si vuestro árbol tiene un tronco recto y fuerte. И если у вашего дерева крона. Y si vuestro árbol tiene las ramas. И иногда мы можем сказать, о, нам места не хватило нарисовать корни или крону. A veces podemos decir, me faltó espacio para poder dibujar o raíces o ramas del árbol. Но именно этот рисунок, это будет отражение вашего внутреннего родового древа. Pero justamente este dibujo es como una representación de vuestro árbol de linaje ancestral. И для тех, кто хочет глубокой работы со своим родом, я попрошу этот рисунок прислать мне на почту. Y aquellos que quieren un trabajo más profundo con vuestro linaje, os pido, por favor, mandarme este dibujo a mi correo electrónico. Или на WhatsApp, чтобы я могла вам дать диагностику, расшифровать того, что происходит с вашим родом. O mandármelo al WhatsApp, por favor, para que yo os pueda decir qué es lo que está pasando con vuestro linaje. Пожалуйста, сейчас мы выложим в чате наш ящик почтовый, куда можете отправить, и WhatsApp. Пожалуйста, перепишите, запишите, чтобы мы смогли с вами продолжить эту глубокую работу. Y ahora, por favor, los vamos a escribir en nuestro chat, nuestro correo electrónico y el número de WhatsApp. Por favor, apuntarlo para que podamos seguir este trabajo profundo. Потому что наш вебинар – это только начало работы с родом. Porque nuestro webinar es nada más el comienzo para trabajar con el linaje. И это очень интересно, очень познавательно и дает очень большие, хорошие результаты. Y esto es muy profundo, muy sabio, que da unos resultados muy profundos y muy buenos. Знаете, мне очень повезло в жизни. Sabéis, yo he tenido mucha suerte en mi vida. Меня очень любят духи. A mí me aman mucho los espíritus. И меня всегда соединяют с самыми прекрасными людьми. A mí siempre me conectan, me juntan con las personas maravillosas. Это мои коллеги, это ученики. Son mis alumnos, son colaboradores, son mis amigos. И мне очень повезло то, что сейчас, в настоящее время, нас судьба соединила с шаманкой Лилией. Y ahora he tenido mucha suerte de que nuestro destino nos ha unido con la chamán Lili. И буквально несколько месяцев назад я стала свидетелем одной ситуации, которая меня очень поразила. И justo hace unos meses he visto una situación la que me impresionó muchísimo. К шаманке Лиле пришла женщина, которая сказала: «Спасите, я вас умоляю, спасите моего сына». A chamana Lili vino una mujer que pidió a ella, por favor, ayúdame a salvar a mi hijo. Мой мальчик задыхается, врачи посадили его на гормоны, но ничего не помогает. Mi niño se ahoga. Los médicos le dieron tomar hormonas, pero nada le ayuda. Y тогда Лилей посмотрела внимательно эту женщину. Entonces Лилей miró fijamente a esta mujer. Она погрузилась в прошлое ее рода. Se profundizó en el pasado de su linaje. И сразу увидела картину прошлого. Y de repente vio la imagen del pasado. Она увидела, как прабабушка этой женщины. Ella vio como la abuela, mujer. У нее была очень тяжелая жизнь. Tenía una vida muy difícil. У нее было несколько сексуальных насилий.
Tenía varias violaciones sexuales. У нее были мужья, которые били ее. Tenía parejas, tenía maridos que la pegaban. И вот эту боль, эту нелюбовь к самой себе, к мужчинам, она передала своей дочери. Y entonces este dolor, este odio hacia los hombres, ella pasó a su hija. А та передала своей дочери. И la hija se la pasó vez a su hija. И когда эта молодая женщина, мать мальчика, пришла, то она сказала: у меня было уже 3 мужа. Y cuando esta mujer vino a Лилиэль y dijo: yo ya estaba casada 3 veces. Я их просто ненавижу, этих мужчин. Yo simplemente odio a todos estos hombres. Ее нельзя винить, это боль ее души. No podemos culpar a esta mujer porque es el dolor de su alma. Но эту боль нужно убирать из рода. Pero claro, este dolor hay que quitar de este linaje. И тогда Лилиэль, она провела очень сильный ритуал очищения кармы рода. Y entonces Лилиэль hizo un ritual purificación del linaje muy fuerte. Потому что она поняла, что нужно лечить не мальчика, а маму, род. Porque ella entendió que hay que curar no al niño, sino a su madre, a su linaje. И когда ритуал был проведен, то женщина на следующее утро написала сообщение Лиле. Y entonces cuando ya el ritual fue hecho, el día siguiente la mujer escribió a Lilé. Вы представляете? Мой сын ни разу не задохнулся за всю ночь. Imagínense que mi hijo durante toda la noche no se ahogó ni una vez. И сейчас прошло уже несколько месяцев. Мальчик ни разу, у него не было приступов. Y ya pasaron varios meses y durante este periodo el niño ya no tenía más estos síntomas de ahogamiento. А за это время женщина встретила очень хорошего мужчину. Y durante este periodo de tiempo esta mujer se encontró con un hombre muy bueno. Y который заботится о ней и о ее сыне. El que cuida a ella y a su hijo. Если бы Шаман Калилель вовремя не увидела проблему и не помогла этой женщине в ритуале, si la chamana Lilel no hubiera visto en su momento el problema y no ayudó y no ayudaría a esta mujer con el ritual, то в лучшем случае мальчик бы остался на всю жизнь инвалидом. Entonces, en lo mejor de los casos, el niño sea como un minusválido durante toda la vida. А в худшем случае он просто бы ушел с этой земли уже. Y en peor de los casos, simplemente dejaría esta tierra. Поэтому 90% проблем нашей жизни находится глубоко в роду. Porque el 90% de nuestros problemas que están en nuestra vida están en nuestro linaje. И весь наш курс «Мир женщины» построен на том, чтобы женщина пробудила в себе целительную силу своего рода. И todo nuestro curso relacionado con la mujer y su linaje está expresamente dedicado para que la mujer despierte la fuerza de su linaje. Мы понимаем, что сейчас вам затруднительно приехать к нам за амулетами силы. Entendemos que ahora para vosotros es muy difícil para nosotros por los amuletos. Ритуал мы можем с вами провести по скайпу, по ватсапу. Для энергии нет границ. Podemos hacer un ritual por Skype, por WhatsApp, para la energía. No existen las fronteras. И мы обратились к духам, чтобы они нам подсказали, как мы, шаманы, можем на расстоянии помогать людям. Y entonces nosotros, los chamanes, nos dirigimos a los espíritus. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a distancia? И шаманы показали нам особую шаманскую мандалу. Y entonces nos enseñaron una мандала чаманика especial. И когда женщина будет смотреть на эту мандалу, то целительная энергия будет заходить в ее род. Y cuando la mujer va a observar, va a ver esta мандала, la energía curativa va a entrar a su linaje.
Это особая сакральная мандала. Es una mandala especial, sacral. Она откроется только тем, кто будет готов ее принять. Se abrirá solamente para aquellos que estarán listos para aceptarla. И когда вы создаете поток любви для своего рода, глядя на мандалу, y cuando vas a generar este flujo de amor y de fuerza para tu linaje mirando a esta mandala, очень важно, чтобы вы в это время слушали особые космические звуки музыки трансформации. Es muy importante que en este mismo instante estés escuchando una música de transformación cósmica. Именно они начинают работать энергетически. Эта музыка работает исцеляюще. Entonces ellos empiezan a trabajar de una manera sanadora, curadora. И она написана гениальным человеком. Esta música está compuesta, está escrita por una persona magnífica. И когда каждый человек погружается в это состояние, в этот космический поток энергии, y entonces cuando una persona se profundiza a este flujo cósmico de energía, то тогда весь род начинает получать целительную энергию. Entonces todo el linaje empieza a recibir la energía curadora, sanadora. Y мой вам шаманский совет. Y entonces os doy mi consejo chamánico. Именно в это особенное время, чтобы вы защищали свою семью. Justamente en este tiempo, para que podáis proteger a vuestra familia. Берегли своих родных. En el momento de cuidar a vuestros familiares. Потому что, дорогие, цене у вас никого нет. Porque, claro, no... Son las personas más cercanas a vosotros. Это вас Бог соединил вместе. Claro, el Dios os ha unido a todos. Для того, чтобы выполнили определенные кармические задачи. Para que todos vosotros os cumplís unas tareas kármicas especiales. И вы можете помочь своему роду. Y claro que podéis ayudar a vuestro linaje. И сейчас, вы знаете, сейчас духи дали свое благословение. Y sabéis, ahora los espíritus dieron su bendición. Для того, чтобы я смогла вам показать. Para que os pueda enseñar. Смогла показать эту шаманскую мандалу. Para que os pueda enseñar esta mandala chamánica sagrada. Сейчас приготовьтесь принять эту энергию. Por favor, prepárense para recibir esta energía. Посмотрите на эту мандалу. Miren, por favor, esta mandala. Вдохните эту силу. Inhala esta fuerza. От нее идет колоссальный поток энергии. Radia una fuerte energía a través de ella. Сейчас. Ahora. Сейчас энергия этой мандалы уже начала соприкасаться с вашим родом. Ahora la energía de esta mandala ya empezó a interactuar con vuestro linaje. И мой совет – каждый день выполнять медитацию на эту мандалу под особую музыку защитную. Y mi consejo es cada día hacer una meditación viendo, contemplando esta mandala y escuchando una música especial sagrada. Для того, чтобы обрести эту музыку и эту мандалу, напишите, пожалуйста, мне на WhatsApp или на почтовый ящик. Por favor, para obtener esta mandala y esta música, escribirme al WhatsApp o a mi correo electrónico. И вы знаете, мое сердце ликует от того, что так много женщин откликается на такую духовную работу. Y sabéis, mi corazón está muy alegre porque muchas mujeres reaccionan a esta fuerte energía.
И вы меня спрашиваете, Жанабель, что сделать, чтобы защитить свой род? И siempre me preguntáis, Жанабель, ¿qué puedo hacer para proteger mi linaje? Мы хотим сейчас коронавирус. Я боюсь за своих родных, близких. Я хочу обезопасить их жизнь. Ahora es el tiempo de coronavirus. Yo tengo miedo por mis familiares, por mis parientes. Quiero asegurar sus vidas, proteger sus vidas. И мы спросили шаманских духов, они сказали, нужно сделать защитную сферу. Hemos preguntado entonces a los espíritus chamánicos y ellos nos dijeron, hay que hacer una esfera de protección. Чтобы создать защитное поле вокруг всего рода. Para crear un campo protector alrededor de todo el linaje. И в чате мы сейчас выложим. Y ahora vamos a escribir. Как вы можете обрести именно эту энергетическую помощь? ¿Cómo vosotros podéis obtener esta ayuda energética? Сейчас прикройте ваши глаза. Ahora, por favor, cierren vuestros ojos. Почувствуйте свой род. Por favor, sienten vuestro linaje. Сейчас особую шаманскую мандалу родового древа я вывожу на наш экран. Ahora, esta mandala especial del árbol del linaje sagrado. Os voy a poner en la pantalla. Смотрите. Por favor, observen. И прикройте глаза. Y cierren los ojos. Чтобы это осталось внутри вашего сердца. Para que esto se quede dentro de vuestros corazones. Совершайте глубокое дыхание. Por favor, inhala y exhala profundamente. Почувствуйте ваши стопы. Por favor, sienten vuestros pies. Погрузитесь, ваши ноги — это корни вашего родового древа. Profundízate, vuestros, tus piernas son como raíces de tu linaje. Начните вдыхать энергию через корни, через ноги. Empieza a inhalar a través de los pies, a través de los raíces. Сейчас почувствуйте шаманский ритм. Ahora siente el ritmo chamánico. Вы берете силу земли. Coges la fuerza de la tierra. Я беру силу своих предков. Cojo y recojo toda la fuerza de mis ancestros. Я делаю вдох в свои ноги. Inhalo a través de mis pies. Я слышу звуки шаманской музыки. Escucho los sonidos de la música chamana. Я делаю вдох через ноги и направляю свой позвоночник, свое настоящее. Inhalo a través de las piernas y dirijo esta energía a mi presente a través de mi columna vertebral. Я чувствую поток, идущий через мои ноги. Siente este flujo de energía que sube a través de mis piernas. Энергия и сила идет через позвоночник. La energía de la fuerza sube a través de la columna vertebral.
Я делаю вдох через ноги. Inhalo a través de mis pies. Я беру силу самых сильных своих предков. Recojo la fuerza de mis ancestros más poderosos. И направляю в будущее своего рода. Y la dirijo al futuro de mi linaje. Вдыхаю силу предков, направляю в будущее. Inhalo la fuerza de los ancestros, se la dirijo al futuro. И сейчас я специально для вас создаю вибрацию будущего вашего рода. Y ahora yo expresamente para vosotros estoy creando la vibración del futuro de vuestro linaje. Сейчас. И ahora. Сделайте глубокий вдох. Inhala profundamente. Сделайте выдох. Exhala profundamente. Ощущая свое тело. Siente tu cuerpo. Ведь в этом теле находится весь ваш род. Aquí en este cuerpo. Está presente todo tu linaje. Дорогие, сейчас, когда я проделывала с вами небольшой шаманский ритуал, духи дали особое благословение. Queridas, ahora mientras estaba haciendo un ritual especial chamánico con todas vosotros, los espíritus dieron una bendición especial. Шаманский ритуал защиты для вашего рода. El ritual chamánico para protección de vuestro linaje, который будут проводить самые сильные шаманы, el que va a dirigir los chamanes más fuertes, Лилель, тот, кто будет пройдет этот ритуал, тот получит в подарок музыку трансформации защитную и мандалу для пробуждения сил своего рода. Aquellos que van a pasar este ritual reciben como un regalo la música de transformación y la gran mandala para poder despertar la fuerza de vuestro linaje. Посмотрите, пожалуйста, в чате всю информацию. Por favor, miren en el chat toda la información. Потому что нам, шаманам, так хочется вас защитить. Porque nosotros, chamanes, queremos protegeros tanto. Даже если вы находитесь так далеко от нас. Incluso si estáis tan lejos de nosotros. Сейчас, любимые, напишите, как вы себя чувствуете после нашей шаманской практики. Por favor, queridas, escriben, ¿cómo os sentís después de práctica chamánica? Что с вами происходило?
Por favor, ¿qué es lo que ha pasado con vosotros? Возможно, вы видели своих предков. Puede ser que vieron a vuestros ancestros. Возможно, даже кому-то они передали особое послание. Puede ser que algunos de vosotros como que dieron su mensaje. Напишите, поделитесь. Por favor, comparte, escribe. Так, здесь поступило какое-то сообщение, что номер неверный. Дорогие, пожалуйста, подробнее напишите, в чем возникли сложности, чтобы мы могли помочь вам решить. Благослава, вы меня слышите? Да, сейчас. Нужно проверить номер, все ли цифры там, которые есть, потому что как будто бы не хватает номерка в телефоне, цифры какой-то. Хорошо, сейчас мы решим этот вопрос. De acuerdo, bueno, ahora vamos a resolver el tema del número del teléfono que ha salido. И сейчас, дорогие, пожалуйста, напишите, как вы себя чувствуете, чтобы еще больше шаманской энергии и силы пошло вам. Por favor, queridas, escribir cómo sentís para que os pueda mandar más fuerza, energía, para que os sentáis mejor. Пишет Юлия, что она расслаблена, что у нее корни сильные в земле. И как будто бы она видит женщин, которые поддерживают ее. Да, конечно. Женщины вашего рода обладали очень большой целительной силой. Эту силу нужно поднимать, нужно возрождать ее, очищать карму рода, чтобы принять позитивные качества, таланты принять нужно. Claro que las mujeres de nuestro linaje tenían sus talentos, tenían sus partes fuertes y para poder recibir esta fuerza, este poder, hay que purificar, limpiar el karma del linaje para poder obtener esta fuerza. Mónica dice que ella чувствовала, что ей хотелось улыбнуться, когда делали медитацию. И были движения инстинктивные на открытие сердца. Вот что нужно. Какие вы талантливые, какие вы способные, дорогие. Вы всем своим сердцем чувствуете ту энергию, которая через вас транслируется. Qué talentos, qué grandes talentos tenéis, queridas, que con todo vuestro corazón sentís esta energía, esta fuerza y esta necesidad de ayudar. У кого-то позвоночник выпрямился, голова расширилась. Alguien como que se corrigió la columna vertebral, se estrechó la cabeza, como que se expandió y el corazón estaba latiendo mucho, vibrando. Дорогие, я знаю, что у вас очень большие были энергетические изменения. Я это чувствовала на расстоянии. Querida, sé que todos de vosotros tenías unos cambios muy fuertes, porque yo los sentía a la distancia. И все это свидетельство того, что вы открылись целительному потоку. И todo esto porque estáis abiertos para este flujo de energía sanadora. Дорогие, вы очень талантливые и способные. Queridas, todos tenéis muchos talentos y tenéis muchas capacidades magníficas. Вы самые лучшие женщины. Sois las mejores mujeres. И я говорю это, потому что я чувствую и вижу вас всем своим сердцем. Y yo lo digo porque os veo y os siento con todo mi corazón. Вы знаете, пока, к сожалению, у нас на испанском языке в ближайшее время не запланированы наши вебинары. Bueno, de momento, sabéis que dentro de, en el futuro más inmediato no tenemos planificado ninguno de webinars en castellano. Они будут на русском языке, на французском, на английском языке и на немецком. Tenemos webinars en inglés, en francés, en alemán. Поэтому, кто из вас понимает английский язык, русский, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Por eso todas aquellas que entienden inglés y ruso, por favor, unan a nosotros. А те, кто понимает только по-испански, дорогие, пишите, пожалуйста, свои заявки. Что вас интересует и на какую тему вы хотели, чтобы мы провели вебинар?
Y queridas, todas aquellas que entendéis sobre el castellano, por favor, escribirnos sobre qué tema en concreto queréis que hagamos un webinar. Потому что с вами хочется поделиться своим шаманским знанием, чтобы ваша жизнь стала счастливой. Porque os queremos compartir nuestros conocimientos chamánicos, que vuestra vida sea más alegre. И я верю, что совсем скоро мы с вами встретимся. И yo sé y creo que muy pronto nos vamos a unir, nos vamos a encontrar. Может быть, конечно, это будет онлайн обучение на семинаре. Puede ser que esto será como una educación online de alguno de los seminarios online. А может быть, это будет индивидуальный ритуал по скайпу. Puede ser que será un ritual individual por el Skype. А может быть, это будет наша встреча уже в Испании. O a lo mejor será nuestro encuentro ya en España. И если вы чувствуете способность стать организатором наших вебинаров, наших семинаров, пожалуйста, напишите мне. Y por favor, si tú sientes la llamada de hacer de organizar nuestros talleres, nuestros encuentros, por favor, escribirme. Напишите, я хочу собрать 100, 200, 300, 500 тысяч женщин. Escribirme, yo quiero unir 100, 200, 300, 1000 mujeres. Чтобы они стали счастливыми. Para que ellas sean felices. И мы обязательно организуем вебинар, чтобы прекрасные испанские женщины, такие эмоциональные, такие страстные, получили шаманские знания. Y nosotros vamos a organizar un webinar para que las mujeres de España, las mujeres apasionadas, llenas de energía, de la fuerza, reciban también la sabiduría y el conocimiento. Y чтобы ваша семья стала сильной, процветающей, здоровой. Para que vuestra familia tenga salud, prosperidad. А вы опирались на своих предков и говорили: «Мой род, моя сила». Y vosotras podéis apoyaros en vuestro linaje y decir, mi linaje, mi fuerza. Но для того, чтобы обрести эту силу, нужно немного поработать. Pero para obtener toda esta fuerza hay que trabajar un poquito. Итак, дорогие, я напоминаю, что для тех, кто хочет серьезной работы, я жду ваши деревья на почту либо на WhatsApp. Entonces, queridas, os recuerdo que si hay todas las que queréis recibir el trabajo más profundo sobre vuestros árboles, espero las imágenes o por WhatsApp o por el correo electrónico. Я дала вам совет о том, что очень важно сейчас в это сложное время медитировать на особую шаманскую мандалу под музыку трансформации. Os he dado mi consejo de que en estos tiempos poco fáciles hay que meditar sobre un mandala especial chamánica, escuchando un sonido sagrado de música. Да, вы тоже можете их заказать, написав на WhatsApp либо на нашу почту. También la podéis pedir escribiéndome por WhatsApp o por el correo electrónico. И, дорогие, мы проводим индивидуальный ритуал шаманской защитной сферы. Y queridas, también hacemos unos rituales individuales de la esfera protectora chamánica. И для тех, кто проходит этот ритуал, от нас особый шаманский подарок. Мандала и музыка – подарок. И todas aquellas que pasen y hagan este ritual tendrán un regalo especial de nosotras. Es la mandala y música especial. Дорогие, я вас благодарю за это шаманское путешествие внутри себя, внутри своего рода. Queridas, os agradezco muchísimo este viaje chamánico para dentro de vuestro linaje. Вы сегодня сделали очень большую и хорошую работу. Hiciste un trabajo muy grande hoy. Но это только начало вашего пути по обретению силы рода своего. Pero esto es solo comienzo para obtener toda la fuerza de vuestro linaje. Дорогие, я хочу поблагодарить от всего сердца нашу шаманскую команду, которая организовывала нашу встречу. Queridas, de todo mi corazón quiero agradecer a nuestro equipo chamánico, quien organizaba todo nuestro encuentro. Поблагодарить нашу прекрасную Благославу, которая переводила такой темпераментный, такой яркий испанский язык.
Agradecer a nuestra querida Blagoslava que estaba traduciendo a la lengua española, esta lengua tan apasionante. Спасибо вам большое. Gracias. Спасибо вам большое. Gracias. Дорогие, до встречи. Я жду ваших вопросов, ваших писем. Пишите. Знаете, что вы не одни, что у вас есть возможность получить ответ. Queridas, espero vuestros mensajes, vuestros correos. Siempre recordar, por favor, que no estáis solas, que siempre podéis escribir y obtener consejo y apoyo. До встречи. Hasta pronto.